Южноуральские промышленники подстроились под новые экономические реалии. С сентября индекс промпроизводства впервые за полгода показал рост 6%. На промышленной выставке, которая открылась в Челябинске, было предостаточно оборудования, инструментов и разработок, сделанных именно на Южном Урале. Также сегодня открылся двухдневный экономический форум. Бизнес и власти обсудили стратегии импортозамещения в регионе и обсудили областные меры поддержки в условиях санкций и глобального логистического кризиса. Кстати, конкурс среди предприятий на получение поддержки в научно-исследовательских, опытно-конструкторских работах был настолько велик, что запланированных 100 миллионов не хватило. Теперь это всего 145, и они уже по сути распределены. Поэтому мы очень надеемся, что в результате этой меры мы получим и импортозамещающие, и просто современные виды продукции, разработок, технологий. Кстати, про южноуральские технологии. На днях Миноборнауки опубликовала национальный рейтинг научно-технического развития. Челябинская область заняла 16 место. Учитывая, сколько в регионе научных разработок и высокотехнологичных производств, это место кажется заниженным. Дело в том, что оценивался не только уровень науки и технологий в регионах, а еще и размер финансирования инноваций и то, насколько широко эти инновации применяются на крупных предприятиях.